survivor. I cannot follow. Others need me, and your path leads beyond my reach. But I can grant you a fragment of myself as a guide to find what is most important to your ultimate survival. Is it strength? Is it willpower? Is it empathy? The arrival is soon. The tests will be rigorous. They will be difficult. They will be deadly. Apparently, they're starting now. Привет всем, дорогие друзья, с вами я, Тотем Паут, а я сегодня делаю для вас обзор на новый трейлер, который говорит нам о том, что скоро будет дополнение по игре Ark Survival Evolved. И называется дополнение Ark Genesis. Итак, что же в этом обновлении будет? Ну, в первую очередь, смотри. Мы видим то, что женщина, вот которую мы нашли, которая обнаружилась после убийства Альфа-Титана, так скажем, на карте Extinction. Она появилась, и у нас исчез имплант, и типа мы стали уже свободны от этого датчика, можно даже так сказать. И что же мы тут видим? А видим мы то, что она собирает устройство, и в которое она вселяется, и... типа она нас будет теперь сопровождать в этом дополнении. Самое прикольное, это не просто дополнение по арку, какая-то новая карта там с новыми животными и так далее, а это типа целый сезон пас, то есть очень сильно арк меняет вот это огромное, наверное, дополнение, потому что вот это устройство. Вот мы видим то, что разные биомы, то, что вот новое существо. Это, знаете, как сказать-то? В конце мы видели то, что на планету Земля опустились разные арки, ведь так, да? Ну так вот. Она возобновилась, да? Ну и, соответственно, появились новые биомы на карте Земля, конечно же. Она стала более живой, ну и не исключается то, что могла появиться какая-то тоже радиация с каких-то карт, например, как аберрации, или еще там при каких-то взаимодействиях, и появились, можно сказать, совершенно новые существа, вот как этот лавовый шипастый дракон, я не знаю, как это назвать. Вот. Вот это вот, кстати, наверное, бывший тушканчик, только что он забыл в этой зиме. Вот да, наверное, на него повлияла операция, и он теперь какой-то мутированный тушканчик. Даже, не знаю, смешно как-то. Вот, короче, вот это вот большое обновление, такое красивое, Ark Genesis. Конечно, картиночка топ. Разработчики не перестают удивлять, понимаете? Ну так вот, смотрите, вот это вот типа Хлона Косметик Пэт. Это типа она наш сопровождающий, который будет нас сопровождать. Говорить о какой-нибудь опасности или какие-нибудь советы давать. Я даже не знаю. Потом смотрите. Вот оно, наша первая часть. December 2019. То есть выйдет это дополнение в декабре 2019 года. А в принципе это даже можно сказать очень даже скоро.
И я хочу сказать, я обязательно что-нибудь да захвачу это обновление новое, и мы обязательно с тобой поиграем. Ну, это даже очень интересно, потому что, смотри, Арк, по сути, сейчас имеет PvE и PvP сервера, и типа вот это вот сейчас то, что нам добавили, это какая-то, наверное, сюжетная линия Арка, что ли. Я не знаю, будет ли это включено в сервера или в сетевую игру, будут ли какие-нибудь такие новые карты, или какая-то одна новая большая карта Extinction, только переделанная, типа после убийства Альфа Титана. Ну, как-то так хочу сказать. Наверное, это будет вот у нас отдельная вкладочка в меню, типа пройти кампанию, наверное. Я даже не знаю, как сказать. Ну, просто, скорее всего, это может быть даже отдельная ветка арка будет. Потому что, вы видите, написано Season Pass. То есть, это целый Season Pass. Если Season Pass у нас сейчас это Scorchurch, Aberration, Extinction, Волгуера, тот же новая карта, которая сейчас вышла, то это тоже, это второй Season Pass, который нам дают часть первую и часть вторую. По сути, это, наверное, какая-то кампания. А может быть, нам это устройство и добавят в обычную игру, и этих зверей тоже, но пока ничто не известно. Но точно мы знаем то, что вот эта вот девушка теперь наш сопровождающий в виде этого устройства. И как это сложится, например, на PvE или PvP серверах, я не знаю. Скорее всего, может быть, это будет какая-то компания Арка. Но, в принципе, мне пока и значок нравится. Очень так классненько выглядит. Даже круче, чем Extinction. И можно сказать, второй значок, части второй, может быть, будет таким же. А может и нет. И, кстати, заметьте. Выглядит так, как будто вот в натуре вот это заражение сползло. Вот там вот на картинке Extinction жить, как будто заражение идет там. А тут уже нету заражений. Типа вот очищенная так технология. Вот такой какой-то значок получается. Ну вот, короче, как-то так. Обновление, если честно, очень непонятно и вызывает много вопросов. Поэтому строго не судите. Но это лично мои гипотезы и догадки. Ну, что могу сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не пропускайте новые ролики. Также вы можете найти на моем канале ролики по Ark Survival Evolved и многим другим играм. Поэтому жду тебя, дорогой друг. Я хочу делать для тебя хороший контент. Поэтому не поленись, поставь лайк и подпишись. Ладно, удачи тебе и пока.